Так, солнышко. Ну вот я продолжаю пытать своих соперников. Естественно, тех, у которых выиграл. Так, представься, пожалуйста, как тебя зовут? Юркина Анастасия. Так, только чуть-чуть погромче, потому что иначе в интернете это ничего не услышит. Юркина Анастасия. Так, Настя Юркина. В каком классе ты учишься? В шестом. Какой у тебя разряд? Второй. Давно ты играешь в шахматы? 4 года. А можешь прокомментировать вот закончившуюся партию? Даже не знаю. Ну, какой ты дебют играла? Каким ты играла? Ну, я играла белыми. Собиралась играть итальянскую партию. Так, и что? Соперник, что на это? Ну, на это соперник стал играть не по дебюту. Играл как чайник, не зная, что такое итальянская партия, не зная, как правильно играть в нее. Сел играть, играет черти как. Вот, и это, конечно, тебя расстроило немножко. Так, с какого хода ты начала играть сама уже, без знания теоретических? С хода конь f3. Вот, видишь, да. Ну, я извиняюсь, конечно, да, что я играю не по дебюту, поскольку я их не знаю. Но ничего, это исправимо. Давно ты играешь в шахматы? 4 года. 4 года. А кто твой тренер? Андрей Вадимович. Андрей Вадимович. А фамилия у него? Щукин. Щукин, да? Ну, и тебе нравится с ним заниматься? Да. А много у вас ребят в группе? Вот сколько вот человек примерно играет в шахматы? В одной группе человек, наверное, 20. А, ого, так много. Скажи, пожалуйста, а это как бы вы тренируетесь в шахматном клубе или в школе? В шахматном клубе. В шахматном. А в школе у вас ребята вообще играют в шахматы? Нет. То есть никто практически, вот у тебя в классе, допустим, кроме тебя, мальчишки там играют или нет? Нет. Никто не играет, да? А как ты думаешь, вот, а если в школе ведут обязательный шахматный урок? Как это будет? Интересно или все-таки это не очень интересно? Лучше в футбол играть или вообще что-нибудь интересное? Ну, я думаю, что как бы это будет интересно, но вряд ли кто-то пойдет. А, вот так вот. А, ну да, понятно, это интересно, но никому не нужно. Вот так ты думаешь, да? А почему? Ну, то есть вот в шестом классе уже как бы ребята другим интересуются? Ну, да. А если это сделать, там, скажем, с первого класса? Это возможно. Лиз, в магазин. А скажи, пожалуйста, вот ребята, которые занимаются с тобой, это вот ребята твоего возраста, старше, младше? Ну всякие есть, я понимаю. Но все-таки вот малыши есть у вас там? Есть. И сильные малыши? Перспективные? Ну да, у некоторых уже есть. Первый разряд. Так, а ты как бы вот дальше как думаешь, совершенствовать свое мастерство или просто будешь играть ради интереса? Я еще не знаю. Это еще не знаешь, правильно? Скажи, а вот когда ты играешь с мальчишками, они как бы уважительно к тебе относятся или считают, что они сильнее и поэтому, так сказать, вот... Ну, я считаю, что уважительно. Так, а когда они проигрывают, если тебе, то как у них настроение? Нормально. То есть никто не злится так сильно, что девчонки проиграл, мол. Не злятся. Да. Спасибо, Настя, большое. Я желаю тебе успехов и лично буду бороться за повышение твоего коэффициента Бергера и Бугольца. Спасибо.